загрузились снегом, КамАЗ на Юмашево 7, выдвинулись в сторону Московской. Номер КамАЗа Роман 355, Михаил Харитон, 196 регион. Значит, по Мельниково едем в сторону Репино потихонечку. Стоим на перекрестке Татищева-Токарей. Поехали в прямом направлении в сторону Завокзальной. Движемся по Кравля в сторону Красных Зорь. Прошли остановку Радио Колледж. Продолжаем движение. Проезжаем Леруа Мерлен, повернул направо в сторону выезда из города. Приехали на свалку. Адрес пока не ясен. За Sony центром. За Sony центром. Вот вроде как приемщик даже есть. Строительный мусор, снег. Ну и вот, собственно, здесь будет происходить свал снега.